Как вы думаете, почему в Японии особенно культивируют сексуальное извращение? Ну, доходит до того, что в магазинах продаются законсервированные трусы школьниц. Школьница поносила, законсервировали и продали кому-то, кому они очень нужны. Это вроде одна из самых прогрессивных стран. Откуда там это? Писания говорят, что китайская культура, японская культура одна из древних, но низких. Очень интересный момент. Она не относится к высокоорганизованной цивилизации. И как мы это проверяем? В том, что в Японии очень тяжело и много людей работают. Из-за этого слабеет разум. Разум, который анализирует вот эти вот все вещи, о которых мы часто говорим, и становится хаотичным ум такого человека. Он весь становится взрывным или депрессивным. И вот это состояние очень тяжелое. Мы знаем, что та же сексуальная энергия, она блокирует ум. Человек вообще превращается в животное, перестает думать. А как мы знаем, животное хорошо работает. И так, когда в цивилизации цель работа, работа и работа, жди извращения.